Всем привет! Интернет-магазин Тукэм каждый день добавляет на свой сайт какие-то новые товары, о которых мы, в принципе, будем вам рассказывать в нашем канале на YouTube. Сегодня у нас такой товар, как складное ведро. Многие, наверное, знают такую проблему, как уместить в машину все, что нельзя вместить. Ну, вот. Одной из такой проблем является, допустим, принести воды, помыть машину, еще чего-то. Ведро целиковое и машину, ну, можно, конечно, уместить, если у вас мало багажа. Если же багажа много, то здесь уже проблема. Мы предлагаем такой вариант, как складное ведро. Как видите, оно размером достаточно небольшое, скажем, даже плоское. Вот, они есть, такие ведра есть у нас квадратные, круглые, 10 литров, как сейчас мы рассматриваем вариант, и 5 литров. Цвета также бывают разные. Розовые, зеленые, желтые. Не всегда можно угадать, какой цвет вам попадет. Сейчас мы посмотрим, как это ведро раскладывается и собирается. Ведро состоит из пластиковых частей, непосредственно дно и верхний обод с рукояткой. Ведро, внутренняя вставка у нас идет из силиконового прорезиненного силиконового гармошки. Раскладывается ведро просто методом выдавливания. Раз, и ведро у нас готово. Вот. Ведро достаточно качественно сделано, вмещает до 10 литров воды, как я уже говорил, в данном случае у нас 5-литровое ведро. Есть удобный уголок для налива воды, есть ручка, чтобы ведро было удобно держать снизу, ну, и отверстие, чтобы повесить ведро на гвоздик, когда оно сложно. Складывается ведро также просто. Методом обратного постепенного выдавливания гармошки. Ну вот и все. Ведро готово к эксплуатации. Рекомендуем